Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Здравствуй, Лёш. Здравствуй, Шуня. Всем привет. Добрый вечер. Лёш, смотри, какую мы книжку вам принесли. Вот это книжка. Посмотрим. Нравится? Нам ее тетушка Матильда почитать дала. Вот здорово. Какие красивые картинки. Мне кажется, что в этой книжке не только красивые картинки, но и очень интересные сказки. А про кого, а? Да. Про наших старых знакомых. Вот смотрите, одна сказка так и называется: про щенка Бульку и медвежонка Топтышку. Ух ты, давайте скорее читать. Да. Да. Давайте, слушайте. Однажды теплым летним утречком медвежонок Топтышка вышел на лесную полянку и, как всегда, принялся за дела. Пусть каждый знает, что в лесу хозяин главный я. И каждый зверь, что здесь живет, пусть слушает меня. И на поляне, и в лесу порядок должен быть. И за порядком буду я теперь всегда следить. Вот так шишка, тра-та-та, это просто красота. Эй, кисточка, а ты зачем сюда прибежала? Чего доброго еще намусоришь тут своими шишками? А ну, уходи, уходи отсюда прочь. Ах, вот ты какой! Ну и оставайся один. На, бабушки, с пня на пень! Прыгать рад я целый день! Эй, хвостик, а что ты тут распрыгался? Всю тропинку истоптал. Вон сколько следов оставил. Скачи лучше на свою поляну. А я хотел с тобой в салочки поиграть. Ну, как хочешь. Ах, как весело бежать по лесной тропинке. Ах, как здорово нести яблоки в корзинке. Эй, Чуха, а ты зачем сюда это яблоко принес? Вот потеряешь его, а мне убирать придется. Я и так с утра до вечера тут порядок навожу. Ну что ж, ну, наводи свой порядок. Только знай, я этим яблоком я тебя хотел угостить. Ну и звери у нас в лесу. Я для них стараюсь, порядок навожу. Они еще и обижаются. Эх, и почему только... У кого бы об этом спросить? О, пойду-ка я на птичий двор к моему другу Бульке. Может, он что-нибудь присоветует. Нет на свете лучше места, чем наш двор. Все прекрасно, все полезно. За забором бор. Никогда мы не скучаем. Прыгаем, поем. Не грустим, не унываем. Весело живем. Здравствуй, Булька. Здравствуй, Топтышка. Вот так встреча. Как здорово, что ты пришел. Давай рассказывай, зачем к нам из леса пожаловал. Затем, что у меня в лесу друзей не осталось. Как не осталось? Почему? Да я и сам не знаю. Я каждый день стараюсь. Мусор с тропинок убираю. Чистоту в лесу навожу. Ну, никому в нем даже маленькой соринки бросить не разрешаю. И все тебя слушаются? Пусть только попробуют не послушаться. Я знаешь, как грозно на них рычу. Ах, вот ну что. Ну, а как же иначе? За чистотой следить очень трудно. Только меня теперь никто из-за этого не любит. И дружить со мной не хотят. Да, дела. Так вот и я говорю, плохие дела. Поэтому я к тебе и пришел. Ты ведь тоже за порядком на своем птичьем дворе следишь. Только друзей у тебя и сейчас очень много. И как это у тебя получается? В чем твой секрет, скажи? А знаешь, Топтышка, а никакого секрета у меня нет. Просто я стараюсь никогда грозно не рычать. Вот мои друзья на меня и не обижаются. А за порядком они мне сами следить помогают. Ты думаешь, и у меня так получиться может? Конечно, попробуй. Только не забудь сначала попросить у друзей прощения. Я обязательно это сделаю. Спасибо за добрый совет, Булька. Но я побежал. Эй, друзья, друзья, простите меня, пожалуйста. Как прекрасно, что на свете есть друзья. Друга каждый должен встретить, ты и я. Если станет трудно, вдруг...
Это всегда поможет, друг. Вот и вся история о том, как щенок Булька помог Топтышке помириться с друзьями. Здорово, что он теперь больше никого не обижает. Конечно, здорово. Эх, жалко только, что сказка кончилась. Да ничего, в этой книге еще много разных историй. И в следующий раз мы обязательно почитаем. А сейчас нам пора прощаться с ребятами и готовиться ко сну. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.